Дорогие друзья, самое интересное у нас начинается с шага 32. Мы начинаем оживлять наш интерфейс, и вы увидите в курсе, насколько это просто. Значит, посмотрите урок, посмотрите курс, где очень подробно все разъяснено. А вкратце я расскажу. Значит, мы с вами нарисовали схему и научились, то есть ID мы раньше создавали, а сейчас научились создавать атрибуты, чтобы ссылались с класса на класс, грубо говоря, чтобы у нас мы могли использовать другие классы для управления, то есть делать их живыми. Значит, я объяснил все очень подробно, но говорю еще раз, что убедитесь, насколько просто. Смотрите курс, занимайтесь, и становится обучение очень интересным. Вообще, на самом деле, если, наверное, тяжело в учении, легко в бою, но когда начинаешь осознавать, насколько классно и грамотно составлено Kiwi, и насколько все просто, поэтому единственное, что я могу, изучайте Android, смотрите курс. Значит, я всегда говорю, как найти сайт по Android. Заходите на сайт spb-tut.ru, нажимаете еще, и здесь есть Python for Android. Android оплачивается с сайта SPB. То есть здесь есть... купить доступ к другим сайтам. Python for Android. Спасибо, успехов.